Чех Мемный Кирилл, директор института гуманитаризма. Я бы хотел определить самые базовые вещи для того, чтобы у нас была общая платформа. То есть все патриоты, помимо любви к родине, должны иметь какие-то общие взгляды, в том числе в экономике, в системе права, отношение к правам собственности на средства производства и формирование собственного глобального проекта. И речь должна идти о цивилизационном проекте, о российском, русском цивилизационном проекте. Да? При этом под русским мы понимаем всех граждан России, которые принимают культурные и цивилизационные ценности нашей страны. Нашей цивилизации, я бы даже так сказал. Потому что сегодня нас пытаются засунуть в условно ценности иудо-протестантской цивилизации, которая включает в себя, состоит из индивидуализма, принятия ростовщичества и стяжательства, абсолютизированности прав собственности на средства производства и колониализма как такового, который подразумевает под себя захват территорий, уничтожение местного населения и выкачивание ресурсов. Вот совершенно противоположные ценности в русской цивилизации – это, в принципе, глубинный коллективизм, это непринятие ростовщичества и стяжательства, в том числе обозначенное в традиционных религиях на территории России, это как православие, так и ислам. Это коллективные права собственности на средства производства, а также, если у них колониализм, то у нас это духовный и территориальный экспансионизм, когда местные элиты включаются в право управления на равных условиях и не подвергаются геноциду. То есть я считаю, что определенные проблемы в нашем обществе, в том числе такой массовый когнитивный диссонанс, в том, что мы, обладая совершенно другим коллективным бессознательным, нас засовывают в чужую одежду, в чужую рубашку, в чужие цивилизационные ценности. Это первый момент. Второй момент. Я совершенно согласен с тем, что мы не должны сейчас выстраивать жесткую структуру. Мы должны брать пример с англосаксов, совершенно в этом не стесняясь, и формировать сетевые структуры так, чтобы нельзя было нанести удар по конкретному человеку, и что может разрушить саму структуру. То есть такие примеры уже были, когда персонализированные атаки на одного или нескольких лидеров разрушали структуры. Поэтому в рамках института мы выработали, во-первых, площадку для обмена мнением, куда приглашаем всех вас. Она абсолютно открытая для размещения своих собственных материалов. После этого заседания там, я передам каждому, кто хочет, координаты, то есть каждый может там размещать свои статьи, свое видение, отношение к ситуации. То есть это площадка для коллективного обмена мнениями. А также сейчас, вот я надеюсь, все-таки запустится в этом месяце, мы создали социальную сеть, которая имеет, ну, там, помимо стандартных функций, систему народа власти, то есть выстраивание системы советов, иерархии системы советов, начиная от подъездов, ну, там, ТСЖ и заканчивая Верховным Советом. То есть это выстраивание параллельной сетевой структуры власти, которая пока не говорит о политических требованиях, но она будет говорить о социальных требованиях, которые обозначены в том числе в Российской Конституции. Мы не выходим за рамки существующих законов. Мы понимаем то, что ситуация в стране действительно очень тяжелая, и дополнительное раскачивание ее массовыми митингами не приведут до добра. Вот. Но плавная трансформация, мы считаем, возможна, и она в наших руках. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю все-таки объединиться на одной электронной площадке
по обмену мнений и формированию иерархии советов.